для людей с ограниченными возможностями и жителей, пассажиров, осуществляющих посадку с крупногабаритным багажом, для них никаких изменений при внедрении данной системы или положения не происходит. Транспортные средства, имеющие пандусы, да, которые работают по программе «Доступная среда», для них ничего фактически не изменилось. Водитель также обязан подъехать к остановке, увидев, скажем так, инвалида или пассажира с ограниченными возможностями, поставить наручный тормоз, открыть среднюю дверь, организовать монтаж пандуса, да, к площадке и оказать помощь при посадке. Это прописано в его должностных обязанностях, и в данный момент эта система никоим образом никаких корректив не внесла. Основная проблема, которая сегодня существует, работу мы дальше ведем по оборудованию остановочных павильонов, это поднятие над уровнем проезжей части именно самой посадочной площадки, для того, чтобы и посадка в автобусное средство или там троллейбус была облегчена для инвалида. На сегодняшний день мы переоборудуем 33 остановки в городе Туле. По большей части это занимает центр города, центральный район, советский, частично привокзальный, и улицу Октябрьскую и Пролетарскую. Объем этих работ уже утвержден, аукцион отыгран, вышел победитель на производство этих работ. Совместно с главными управлениями мы также после установки остановочных павильонов будем проводить благоустройство этих остановок, чтобы они соответствовали опять доступной среде.